Слово «крещение» с греческого означает «погружение в воду». Главное место омовения в нашем округе – купель в Савино-Старожевском монастыре. Готовность площадки к православному празднику проверил Андрей Иванов. Привлекаем наших спасателей, полицейских, медиков и волонтеров. По моим данным, у нас более 100 человек персонала будет задействовано и более 30 единиц техники. Все они должны быть готовы и размещены на местах не позднее 18:00 18 января. Глава отметил, идеальным должно быть не только состояние площадок, но и обслуживание. Везде будут оборудованы теплые раздевалки. Обязательно наличие полотенец, горячего питья и питания. Особое внимание всегда уделяется безопасности. Особенное внимание обратите на спуск, потому что все-таки там довольно крутой рельеф, да, берег, чтобы не было никаких травм. Везде тоже лестницы деревянные, мы ее восстановили. Значит, должны быть ограничители, чтобы никто не подскользнулся. Соответственно, сено, которое тоже позволит не скользить на вот этих переходах. Ну и так далее по стандарту. В необорудованных местах купание не допускается. Всего в нашем округе будет работать 9 специализированных площадок. Обязательно учитываются особенности каждой из них. В деревне Сколково мы сейчас готовим вот непосредственно деревянный настил, потому что там проходит очень много желающих искупаться. В 2021 году это было 1200 человек. В этом году мы планируем не менее. Вот точка питания у нас там тоже уже заказана. Все площадки работают абсолютно бесплатно, подчеркнул глава. Обязательны к соблюдению меры санитарной безопасности. Адреса и режимы работы купели опубликованы на сайте администрации округа. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».